Всем привет! Хочу показать вам клубнику, одну из самых вкусных, самых сладких, которые мы выращиваем. Это сорт называется Купчиха. Вот она. Посмотрите, какая интересная ягода. Сейчас я вот ближе сорву ее и покажу. Вот еще кустик. И вот у меня всего лишь немного кустиков купчихи. День падает, но сейчас про нее расскажу. Вот смотрите, упала такие вот длинненькие интересные ягодки. Она очень-очень сладкая. Мякоть у нее темно-красная. Сейчас покажу. Вот. Мармеладная. Ну, на сладость она просто супер. Растет она, смотрите, такими высокими кустиками. Вот, смотрите. Попрятались в тенечке. Клубничка. И вот вверху. Их там очень. Вообще на одном вот таком кустике, вот кустик, завязывается до 50 ягод. Когда это созревает, новые нарастают. Ну, по сравнению с другими сортами, урожай достаточно высокий. Вот это тоже, это один кустик. У меня она тут в таком месте. Видите, здесь ирисы. Там вон флокс. Тут еще хурма чуть-чуть придавливает ее. И надо ее пересаживать. Ну, тут она размножение у меня, я ее размножаю. Ну, клубника, я очень доволен и буду ее размножать, чтобы посадить побольше. Вообще этот сорт должны быть ягодки удлиненные и на конце такая как юбочка в виде юбки. Но в этом году холодная весна, и как-то ягода формировалась не так. Юбочками очень мало ягод. Я сейчас так смотрю, мы ее уже больше недельки едим. Вот этих юбочек не вижу. Первые были юбочки, но я не снял. Сейчас просто такие удлиненные. Хочу найти, показать. Ну, не вижу. Все ягодки такие длинненькие. Нет, к сожалению, сейчас юбочек вам не покажу. И здесь нету. Ну, она так вот так растопыренная. Только одна ягодка должна быть удлиненная. В общем, клубника созревает. Начинает созревать вместе с ранними сортами. Ну, она очень сладкая и дает очень-очень красный цвет. Например, для компота, для варенья будет супер. Особенно для компота. Она очень яркая, такая темно-красная. Поэтому выращивайте этот сорт клубники. Называется Купчиха. Ну, у меня пока на продаже ее нету, только на размножении. Через пару лет, возможно, будут саженцы. Всем пока!